Всем привет! Скучали? С вами Алина Загитова. Красноярск, третий этап Гран-при России. Мы на тренировке наших прекрасных девушек. Пойдемте смотреть. Умирают. Как мне знакомо. Как вот в произволочке просто. Как вы можете заметить, на тренировке сегодня не полный состав наших девочек, но, как известно, сильному не надо, а слабому не поможет. Ну, конечно, все это шутки, у каждого свой план тренировок. Например, Анна Фролова сейчас летит в самолете. Лиз, привет! Как прошла тренировка? Хорошо достаточно, потому что у меня один выходной перед соревнованием. Ну, сейчас хорошо все. А почему именно сегодня ты решила потренироваться здесь? Потому что многие девочки сегодня отсутствуют. Привыкнуть ко времени, к погоде, в принципе, к Красноярску надо. Мы решили заранее прилететь. Сегодня хорошо спала? Хорошо, но я рано проснулась. Сегодня был прокат произвольный? Ну, немного было тяжело, по дыхалке. По прыжкам очень легко было. Но вот сил, наверное, не хватало. Лиз, в Уфе у тебя был очень хороший результат, ты стала третья. Это как-то давит на тебя? Я стараюсь об этом не думать. Если я буду думать, будет давить это на меня и может повлиять на прокат. А ты вообще работаешь с психологом? Нет? У меня мама как психолог. А, да? Поддерживает, мы с ней разговариваем. Но... Передаем привет маме. Мам, привет. Большой герой. Расскажи, пожалуйста, как ты себя сейчас чувствуешь? Все хорошо, все прекрасно. Я чувствую прям как спортсмен тебя, что ты чего-то не договариваешь. Ну, все хорошо. Какие-то сильные травмы, как были в прошлом сезоне, уже такого нету. Иногда может что-нибудь заболеть на фоне нагрузок, усталости. Это буквально пару дней, помазать, полечиться, все проходит. Возвращение на соревновательный лед. Волнуешься, переживаешь? Я, наверное, больше волнуюсь от того, как я представляю себе, как это будет выглядеть. Но когда я выхожу, я понимаю, что, в принципе, волноваться незачем. Расскажи, что ты будешь после тренировки делать? Наверное, поеду в торговый центр. Ого! Мне нужно кое-что для выступлений. Колготки. Колготки. А, да, я угадала. Колготки и из косметики. Расскажи какой-нибудь инсайдик. Самый главный инсайд, что облегчили контент произвольно, чтобы мне было немного психологически полегче. Вот для тебя болеть. Спасибо. Поэтому давай, Майя может. Все, Майя сможет. Спасибо. Вот такой получился тренировочный день. Ждем короткую программу. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Алина Загитова. Всем пока!